На популярной у жителей Одинцовского округа Филевской ветке метро на участке между станциями Киевская и Кунцевская 20 и 21 июля будет остановлено движение поездов. Это связано с реконструкцией наземного участка линии, говорится в сообщении пресс-службы московского метрополитена. Станция Киевская Филевской линии будет открыта. Пассажиры смогут доехать от нее до Международной и Александровского сада, а также сделать пересадку на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. Кунцевская будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской ветке.